Trotuarul de pe strada Independenței din centrul Bălțului creează tot mai mult disconfort trecătorilor. Din cauza plăcilor de beton care se mișcă foarte tare, multe persoane se împiedică frecvent. O altă femeie a căzut pe plăcile denivelate din zona magazinului Bălțeanca pe strada Independenței. Pe aceste plăci, în fiecare zi cade cel puțin o persoană, scrie un urmăritor. Bălțenii spun că nu își amintesc ca această zonă să fi fost renovată în ultimii ani. Не то, что неудобно, я на каблуках не могу ходить. Конечно, ужасно. Где наши налоги, неизвестно. Конечно, опасно, особенно для стареньких людей, возрастных, и для малышей маленьких. Я не помню на своем веку, чтобы здесь что-то ремонтировать. А когда идет дождь, то такие лужи пройти невозможно. Ты ходишь вот по этому парапету, чтобы пройти здесь. Очень сложно. Если посмотреть там дальше, поднимается плитка больше 10 сантиметров, и очень опасно. Тем более, когда много людей ходит, толкаются, не дай Господь, можно упасть еще, сломать что-нибудь. Такое состояние, но оно ухудшается, и ничего не делается. Постоянно спотыкаешься, очень неудобно, если честно, постоянно падает, кажется, что упадешь. Мне кажется, вообще с моего детства, помню, тут всегда была какая-то бедовая ситуация. И ни разу не ремонтировали, да? Ну, я не помню лично, не знаю. Но я постоянно спотыкаюсь, падаю. Ну, мне кажется, для центра города это не очень, наверное, да? Ну и, наверное, для детей. Если детки маленькие бегут, то тут спотыкнуться очень даже возможно. Вы знаете, удобно. Во всяком случае, ну, лучше, чем в других местах. Здесь немножко плитка нормальная. Здесь-то ладно, здесь центр, я понимаю. Но эти плитки я почему? Я знаю хуже, поэтому для меня это ладно еще. Ну, конечно, центр города можно было бы сделать и лучше. Но мы уже так привыкли вот к этому всему. Это плохая привычка, я понимаю. Но это плохо. Responsabilii din cadrul primăriei Bălți au declarat pentru TV Nord că reparațiile pentru această porțiune sunt incluse în planurile lor, dar încă nu pot oferi termene precise pentru începerea lucrărilor. Входит в наши планы. Проектное решение определено. Сметная стоимость сейчас назвать не могу, но в любом случае до момента формирования проекта бюджета она будет известна. И уже с этой цифрой мы будем ее предлагать финансистам включить. Но мы понимаем, что сумма значительная. И поэтому, как с этой задачей справятся финансисты, будет видно в середине ноября, в начале декабря. Strada Independenței din Bălți are o lungime de aproximativ 3 km și este una dintre arterele principale ale orașului.